Меня зовут Вика. А меня зовут Настя. Вчера произошел заезд на 12-ю смену Международной аэрокосмической школы, которая находится в Республике Башкортостан в Давлекановском районе, в деревне Калиновка. К нам на открытие приезжал председатель Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Толкачев Константин Борисович. На котором нам показали великолепное аэрошоу. Я запомнила такие трюки пилотажа, как тюльпан, свечка и вентилятор. Ребята, еще раз, как встречаем авиацию? Над нами прошли 4 самолета аэродромного комплекса Первушина. Давайте поаплодируем. Конечно. В данном случае пилотажная группа из 4 самолетов, вот смотрите, подходит прямо на нас, который исполняется в начале нашей программы. И обратите внимание, 3 самолета летят на дистанции в интервалах не более 5 метров. Приготовились! Цветок, распуск, тюльпан и... Раз! Открытие аэрокосмической школы. Браво нашим пилотам! Итак, готовимся к встречному пилотажу. И... Раз! Ну так, красиво? Ну красиво? Ну что же вы так реагируете? Ребята, праздник! Открытие школы! Вы встретились! Зарождается авиационная дружба! И любовь к небу! Поднимите руки, кто хочет стать летчиком сначала. Давайте, летчиком. Мало! Ребята! Вот это уже соответствует. А космонавтам? То есть те, кто летчиков, опустили руки, а все остальные поняли. Мы хотим быть космонавтом. Трюк-вентилятор специально для вас в честь открытия очередного летнего сезона аэрокосмической школы имени Султанова! А сейчас несколько слов. Аэродромный комплекс Первушина за годы своего существования собрал около 500 000 уже зрителей. Сейчас в наших сердцах быть еще не раз в полетах новых, с нами жить и после жить в веках. Так летайте же, пилоты, летайте, летайте в поднебесной синеве, крыло любви планету обнимайте, добро и мир храните на земле. Пилоты 20 века, наша гордость и слава страны, силы мужества, воли и света, русским духом отвага сильны. Перелеты 20 века, наша гордость и слава страны, силы мужества, воли и света, русским духом отвага сильны. После авиашоу у нас состоялась торжественная посадка кедра и открытие памятника, посвященному Игорю Васильевичу Курчатову. Он был мал, этот самый наш первый, наш искусственный спутник Земли. Его звонкие бип позывные разнеслись всем народам Земли. Вскоре в космос летала и лайка, и ракета-носитель «Восток». Наша первая женщина-чайка, многоместный корабль «Восход». Наш первый спутник дал распех, наш спутник первый. Труд Королёва и коллег, Гагарин первый. Мечту Герсани воплотил, и человечеству открыл дорогу звёзд.
мероприятие открытия к нам приехало много почетных гостей. Они нам сказали напутственные слова. Это были заместитель председателя Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан Ахмадинуров Рустем Маратович, космонавт, герой России Корниенко Михаил Борисович, председатель Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук Мартыненко Василий Борисович, полковник-летчик Скробова Кошкина Галина Петровна, помощник научного руководителя Всероссийского научного исследовательского института технической физики Академии Забабахина, город Снежинск, Похлебаев Михаил Иванович и другие замечательные люди. После открытия нам провел лекцию Похлебаев Михаил Иванович о Курчатове. В этой лекции нам рассказывали про становление самого ученого, про его взросление, про то, как его назначали командиром. И больше всего мне запомнилось про то, что ему приходилось исследовать материалы, которые доносили разведчики до правительства. В конце дня у нас прошли игры на плачение и знакомство. Мы поиграли в такие игры, как лягушка и поменяйтесь местами те, кто. Суть игры поменяйтесь местами те, кто такова, что люди, у которых есть какие-то общие признаки или характеристики, меняются местами. Тем самым мы узнаем много нового про своих товарищей и друзей. Утро 2 июля, к сожалению, нас плохо встретило, и была холодная погода и дождь, но это не помешало нам провести в беседке энергичную и веселую зарядку. После зарядки у нас были лекции. Второй день в аэрокосмической школе начался с лекции директора Уфимского филиала Российской академии наук Мартыненко Василия Борисовича. Он нам рассказывал про биологию космонавтики. Мне больше всего запомнилось то, что он говорил нам о максимумах человеческого организма. Он нам рассказывал, какие минимальные и максимальные температуры может перенести человек, сколько человек может продержаться без еды, воды и воздуха. А также мне очень сильно запомнилось то, что он нам рассказывал, сколько дней человек может находиться в космосе без вреда для своего здоровья. А мне же больше всего понравилась лекция Корниенко Михаила Борисовича. Его лекции были очень камерными, душевными, информационными. Красный диплом ваш потенциально, или золотая школьная медаль, или красный диплом дальше в институте, он не должен идти за счет синей рожи, извините меня. Нужно разумное распределение сил, да? Конечно, нужно учиться, но нужно уделять время спорту обязательно, нужно гулять, соотношение должно быть 70-30 где-то, это вам поможет. Мы задавали ему интересующие нас вопросы, он в свою очередь отвечал на них и также давал нам советы, которые позже помогут нам в жизни. Меня очень сильно зацепила лекция Скорбовой Кошкиной Галины Петровны, на которой она нам показывала видео про войну. Встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Показывала видео на свои песни, которые сама сочинила. Вначале состоялось какое событие? Кто скажет? Попали животных. Ну, сначала попали спутник, уже ближе. Да. Молодец, кто сказал спутник? Вот умница. Космонавтикой увлекаетесь, чувствуется, что читаете. Верно, 4 октября 1957 года осуществлен первый искусственный спутник Земли. И вашему вниманию песня. До глубины души затронули эти видео, и я думаю, что я не одна такая. У нас также была беседа с велотуристами, с Лазоновой Ксенией, руководителем школы туризма для женщин.
Ивановым Александром, членом Русского географического общества, велопутешественником. Он проехал 4000 километров от истока Волги к ее устью с Глущенко Юрием Владимировичем, участником зимнего велопохода второй категории сложности. Они рассказали нам о своем жизненном опыте, сказали нам, что ошибки – это не страшно, и что, ошибаясь, мы находим себя. А также они показали нам достопримечательности, которые посетили в ходе своего путешествия. Еще у нас было занятие с нашим любимым педагогом Эсман Галиной Евгеньевной. На своем занятии она нам дала две практические задачи. В первой мы должны были рассчитать расстояние от планет до Солнца и нарисовать в масштабе карту Солнечной системы. А во втором задании мы должны были рассчитать радиус планет и нарисовать их четверть их радиуса также в масштабе на листке А4. Еще нам дали задание построить макет Солнечной системы, пользуясь нашими первыми двумя заданиями. Так закончился второй день. И мы с нетерпением ждем следующий, потому что в следующий день будет тоже много всего интересного, и нас распределят на команды.